18 ноября официально отмечает свой день рождения самый главный волшебник страны и любимец всех детей Дед Мороз. В его вотчине, в Великом Устюге, это событие отметили веселым праздником. А самое главное, в этот день на родине Деда Мороза наступила настоящая зима. В честь праздника на главной площади зажгли первую в стране новогоднюю елку. Поздравить волшебника приехали сотни гостей. Среди них и его заграничные коллеги Санта-Клаус из Америки, Йеллоупуки из Финляндии, Бер Ноэль из Франции. Гости, посетившие вотчину, в этот день стали участниками большого праздничного представления. Для них Дедушка Мороз и Снегурочка приготовили новую сказку «Раз, два, три, елочка гори», которая помогла зажечь огни на первой новогодней елке. Более 300 человек в этот день стали участниками массовой игры в снежки. Это событие занесут в Книгу рекордов России как самую массовую игру в нашей стране. Известно, что после празднования Дед Мороз отправится в традиционное новогоднее путешествие по городам России и странам ближнего зарубежья, которое завершится в Крыму. Отмечать Старый Новый год волшебник будет с детьми из Севастополя и Симферополя. Кстати, в честь дня рождения в резиденции волшебника открылся почтовый ящик, куда дети со всей страны могут отправлять письма с пожеланиями о подарках. По статистике Деду Морозу пишут все, от мала до велика, но большая часть пожеланий, конечно, приходит от детей. Маленькая Даша написала уже несколько писем, каждое отправляют почтой. Дед Мороз еще ни разу не подвел, но самая главная мечта девочки, конечно, не подарки под елкой. Я вообще мечтаю Деда Мороза увидеть его первый раз. Но я его обычно первый раз еще и не видела. А Саша Латышев признался, что знает о дне рождения Деда Мороза давно. Хоть на празднике в его вотчине он и не был, но примерно представляет, как прошел праздник. Я думаю, что он ставит елку и делает себе праздничный обед. И у него, наверное, есть гости много, олени, медведи, всякое такое. Люблю его, потому что он мне много подарков подарил. Свои письма с пожеланиями можно смело начинать писать уже сегодня. А отправить их можно почтой по адресу: Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, дом Деда Мороза, индекс 162-340. Ирина Цепетова, Александр Дуркин, телеканал «Север».